Всем привет, с вами я и мой канал Zoair Forever. И, короче, если кому-то не интересно, пролистните в конец этого видео, там будет разговор о выпуске такого интересного видео, о том, как вот эта чушка будет есть козу. Вот, так что это видео посвящено короткохвостому питону. Но в конце будет небольшое объявление. Хотя я вообще фиг знаю, кто меня системно смотрит. Вот, ну не суть. Начнем, короче. Продолжим. У меня есть такое давнишнее видео о том, как короткохвостый питон ест крысу. Это мой бывший короткохвостый питон под видом Куртус. Это подвид Бронгерсмай. И он мне нравится, ну, естественно, больше из-за окраски, ну и в целом более перспективный вид. Да, я опять выключил лампочку, потому что с ней все выглядит хреново. Вот. Это достаточно спокойная особь. Я могу абсолютно спокойно ее взять на ручки. Вообще прям без проблем. Вот. Такая вот пампушка, это девочка. Вот я так, как ее. Вот она такая вот. Ей около года. Вот, она очень добрая, очень хорошо кушает. Тихо-тихо-тихо. Вот. Будучи трансформистом, становишься суеверным. Вот. То есть в этом плане она прям отличная. И то есть мне она очень нравится. Вот. По поводу содержания. Какие нюансы? Блин. Ну, то, что у меня тут линолеум, не смотрите, это мои личные такие приколы. Здесь такой здоровенный такой бассейн, в который она без труда может поместить. Ну, как она так плавает, извините меня. Бассейн как суши. Это же больше суши бассейн получается. Вот. Лампочка. И террариум из USB. Вот. На полу у нас газетки. И все. И линолеум, который я прикрепляю скобами. Вот. Офигенная змея. Всем советую. Прям не пожалеете. Единственное, вот бассейн. Я никого не увлажняю, нафиг это надо. Бассейна достаточно. Вот. Что еще сказать? Смотрите, какой у нее маленький хвостик. Вот, смотрите. Вот такой вот. Вот тут хвостик. Вот здесь хвостик. Я вообще, то есть, я понимаю, что если сейчас я начну разговаривать, то этот разговор уйдет куда-то очень далеко. Основные нюансы я сказал. Ест крыса. Короче, блин, все как у всех. Единственный бассейн. Все. Ну, это тоже, говорю, мои доработки, потому что они нафиг все переворачивают, и поэтому я уже тут кое-как что-то по-своему сделал. Вентиляция. Вентиляция. Так, и давайте перейдем к объявлению. Вот. Сейчас я включу лампочку. Так вот. Так, все. Так, теперь перейдем сюда. Так, смотрите. Это большая 25-килограммовая змея, которая не ела уже пару-тройку недель. И я хочу купить козу, небольшого козленка суточного, и скормить ей. Короче, если этот канал каким-то образом наберет 50 подписчиков, то я выложу этот видосик. То есть козу я буду покупать где-то через неделю. Ребят, я думаю, нет каких-то, да, проблем позвать каких-то приятелей, друзей, чтобы они подписались на этот канал, хотя бы просто для вида, ребят. Вот. И я выложу этот видосик. Вот. То есть, но говорю, хочу 50 подписчиков. 50 подписчиков, и вы увидите, как она ест козу.